Поисковики ищут родственников члена экипажа самолета времен Великой Отечественной войны. Во время экспедиции под Ржевом тюменцы подняли детали бомбардировщика Пи-2. По номеру на поршне мотора стало известно, что самолет не вернулся с боевого задания в августе 42-го. Также были найдены останки одного члена экипажа. Его личность пока не установлена. Известно, что приказ по бомбардировке войск противника выполняли Петр Скопнев и Николай Лентюгов, уроженцы Курской области, и Николай Тамко из Полтавской области. У тюменцев есть данные об их родственниках, но выйти на них не удается. Информации очень мало. Поэтому в областном поисковом центре просят помочь. Всех, кому что-либо известно о военном экипаже Пи-2 под номером 1881, просят позвонить по номеру телефона, указанному на экране.